Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». У нас ивент. Кстати, я вчера допрошел полностью ивент, и сегодня у нас какой-то новенький. Давай-ка посмотрим, что он из себя представляет. Опять там куча гаргантюа на меня пойдут. Угу. Окей. Значит, здесь вот таким вот образом. Кстати, вот что это за цветочек? Мне интересно знать. Ага, он на один раз только лишь? О, это печалька. Так, вот этот вот неспроста нам дают орех. Будем выставлять. Эй-эй-эй, зомбари, подожди, подожди. А чё так много орехов? Дайте мне какие-нибудь росточки или еще что-нибудь. Так, заморозка, да? Надо вот этого гаргантюа заморозить. Сдуть даже, я бы так сказал. Вот, спасибо за листочек. Применяем срочно. Еще один листочек на подходе. Так, внизу идут враги. Давай-ка их заморозим и немножко сдуем. Слушай, совсем мне не нравится. Оп, орех разбомбил. Просто один раз. Что, он еще своих этих карапузов бросает, понимаешь? Нам срочно нужно сдуть их вон туда, подальше. Не дадим им возможности к нам подойти. Да, верно? Причем дают только электрические вот эти вот росточки мне. Ё-моё, смотри, там уже какой-то первобытный гаргантюа идет. Срочно давай это влеплять. И сдуть их надо, пускай там стоят. Вот, кстати, вот это хорошо. Давай сюда. Выставляем, будет бомбить у нас. Долго, конечно, она копит этот заряд, но он эффективный. Тихо. Давай, давай, распетрушиваем их. Распетрушиваем. Что ж ты будешь делать, а? Так, надо сдувать их. А то они что-то уж... Там наверху, кстати, тоже небольшие проблемы. Смотри, видишь? Что мы с тобой будем делать? А нам делать нечего, только лишь применять, естественно. Да иди ты. Сдуваем его срочно, ребята. Получится сдуть? Фу, получилось. И, кстати, все. По-моему, если мы сейчас его уничтожим, у нас будет пройден этот уровень. Да, мы его поджарили. Замечательно. То есть я прошел, да? Монетку мне даже там подкидывали. Откройте три любые пиньяты. Ну давай, вот это возьму. Оу. Три жабы солнечные, да? Еще три. И деньги сейчас дадут. Вот 100% тебе говорю. Я же угадал. 1000 голды. Слушай, ну я считаю неплохо. 6 жабы и 1000 голды. Значит, продолжение у нас будет в следующий раз, да? Это будет через 19 часов, почти через 20. Окей, ну что же мы тогда с тобой замутим? Во-первых, мы с вами перешли на новую территорию, да? Frostbite Caves. То есть замороженные пещеры. Кстати, я вчера, друзья мои, проходил погоню за Пенни, или как там называется этот, вот это вот прохождение. Ребят, короче, 113 гемов накопил, и сейчас хочу купить какой-нибудь из растений. И знаешь, к чему я больше склоняюсь? Я больше склоняюсь. Вы мне говорили, что, по-моему, вот, короче, у меня есть выбор. Либо вот этого взять, да? А, он за деньги, нет, тогда нет. Вот этого, вот, вот он за гемы. Ведь он же, по-моему, выпускает шипы, если я не ошибаюсь. Давайте тогда, наверное, его и приобретем. Апгрейд, конечно же, апгрейд сразу делаем. Вот так вот. У нас с тобой 13 гемов всего лишь, да? И следующий, наверное, кто у нас будет, это вот этот. Но я не знаю, что он делает. Видишь, лава-гуава. Мне кажется, он выпускает... какую-то жидкость, видимо, лава или какой-то едкий сок, который будет уничтожать зомби. Но опять же, нужно 100 гемов накопить. Ну, а пока мы с тобой открыли вот этот вот росточек, да, мы будем его, естественно, тестить. Во-первых, пойдем сразу же на прохождение основной сюжеточки. А вот они, эти родные пещерки. Ага, первый уровень. Окей. Ну что, подготавливаемся. Так, Дэйв опять тут бубнит. Ему холодно, он замерзает. Ему здесь не нравится. И у нас зомби. Какие-то пещерные, елки-палки, смотри. Закутанные. Так, ну что, где этот новый... А где он, друзья мои? Вот он. Стоит недешево, 250 солнечной энергии. Надеюсь, он того стоит. Так, ну что, возьмем с тобой, наверное, тут с ведрами, да? В принципе, пока все будет довольно легко. Возьмем с тобой, наверное, чили-бин. Возьмем электрический росток.
Также обязательно нужно взять с собой орех. И возьмем мы, наверное, с тобой еще... Слушай, арбуз не буду брать. Давай, наверное, возьмем бонгчой. Все, погнали. Начинаем, естественно, высаживать наши подсолнухи. Самое удивительное, да? Что подсолнухи сажаются на замерзшей земле. И вместо газонокосилок, как мы видим, тут у нас какие-то бобры привязанные. Бедные бобрики. Так, орех замороженный, а что же будет? Он, получается, не функционирует? Ну да, смотри, росток мой бьет в лед, чтобы его растопить. Ну, видимо, у него не получится. Я могу вот так вот сделать. Посадить сюда этот боб, его съедят. И, да-да-да, и он отдуплится. Так, этот будет перемещаться сюда. Видишь, рука показывает, типа, как он только сюда встанет, его сразу переместят. Окей. Кукуруза в кого бомбит? В него, отлично. Хорошо. Давай вот так с собой сделаем. Можем еще вот сюда поставить фасолинку эту. Музыка довольно прикольная, такая веселая. Так, вот это мне не нравится. Надо сюда, наверное, поставить орех. Зачем я поставил сюда большой орех, если вот тут есть маленький? Слушай, а как его растопить? Вот, смотри-ка. Мы освободили маленький наш орешек. У нас есть с тобой росток. Если что, если понадобится, да, мы будем бомбить. Так вот сделаем сейчас. Бонгчой довольно крутой чувачок. Мы это знаем прекрасно, да? И он сможет и за себя постоять, и за наших маленьких растений. Вот здесь... А, я же хотел проверить, ё-моё, что же я делаю? Мне нужно проверить вот этот вот кактусенок, что он делает. 250 энергии надо накопить нам, и тогда мы его поставим и посмотрим, что же он все-таки делает. Мне очень интересно, а то будет обидно, если я просто-напросто зря сбросил 100 гемов. Ну-ка. Ага. Он бросается иголками. А он по прямой может бросаться или только вот так вот, наискосочки? Сейчас проверим. Давай мы сюда тоже поставим... Нет, сюда бесполезно ставить орех. Вот сюда надо. Ага, смотри, он вначале того подбивал, теперь этого. Ребята, по прямой он, по ходу дела, не может бомбить. Видишь? А, нет, может. Может, отлично тогда, ёлки-палки. Слушай, ну он такой крутой, да? То есть один может... практически любую дорожку, да, защищать. Слушай, а интересно посмотреть, что он умеет под ультой. Классно. Слушай, ну, ребят, не знаю, как вам. Мне нравится, вы пишите в комментариях, как вам вот этот вот кактусенок. Зашел или не зашел? Мне кажется, нормуль. Годный чувачок. Будем, наверное, его использовать. Конечно, прокачать бы его еще, чтобы он наносил дамаг по солине. И вообще цены бы ему не было. Че, прошли, что ли? А нет, ребят, волна пошла, волна разъяренная. Это не просто так. Давай мы что? А что я тут буду делать? Мне ничего не надо, в принципе, да? У меня все здесь прикрыто. Все лавочки закрыты. Вон там, сейчас орешек съест. Эти, естественно, сюда. Вот, кстати, вот здесь надо было поставить нам бонгчой. Вот как раз вот где этот орех стоит, да? Чтобы они вот сюда попадали, и бонгчой их быстренько разбирал. Давай, давай, родной мой, бомби. Так, я поставлю, наверное, сюда вот кукурузочку. А все, все, ребят, прошли мы с вами этот уровень. И получаем, ну это я знаю, это горящий камень. Даже не горящий, так скажем, нагретый камень. Он может растапливать замерзших персонажей. Ну что, сразу пойдем, наверное... Нет, подожди, давай-ка мы зайдем, наверное, на огород наш. Так, секундочку. Заберем пиньяту. Сколько? 100 голды. Окей. Так. Горячий камень. Две штучки. И все, да, получается? Маловато будет. Следующий уровень мы с тобой получаем еще пиньяту. Кстати, а что это такое у нас? Бесплатно сыграть. Это мы посмотрим, что такое. Вначале мы зайдем на наш любимый огород. Я хочу кое-что взять к себе. Ох, ё-моё, тут у нас и денежка. Так, сажаем с тобой новый росточек. Это кто у нас будет? Опять денежка, да? В общем, я хочу взять капусту, с вашего позволения.
И подсолнух я оставлю. Мне просто нужно освободить место под новые росточки. У меня их 4 штуки, видишь. Наверное, взять то ли орех. Давай, наверное, возьмем вот эту вот фасолинку. Фасолинку. И чтобы еще там замутить. Ну, давай возьмем вот эти вот каменные шипы. Все, ребят. Пора, пора нам отправляться. Может быть, конечно, зря взял, да? На... Вообще, по идее, вот этих вот улучшенных, как говорится, под ультой растения брать на боссов или на какие-то ивенты, которые нужно пройти, чтобы получить хорошую награду. А я, видишь, их беру просто с собой в игру, в обычную. Так, ребят, мы видим, что у нас здесь замерзшие горохострелы стоят, и не только. Тут еще и замерзшие, как говорится, орехи. Поэтому... А мне камень что, не дали? Мне не дали камень? Да, ну быть такого не может. Я думал, что мы его открыли, а дудки тут, понимаешь? Хм. Хорошо, давай тогда будем делать по-другому немножко. Так, берем с тобой вот эту вот фасолину. Кстати, вот эта фасолина у нас тоже под ультой появляется. Ну что, в принципе, нет, ребят, не пойдет так дело, потому что у меня нету подсолнухов. Они нам нужны. И, кстати... А, камень у меня уже вот, он автоматически дан. Значит, мы с тобой убираем вот этого и берем орех. Вот так вот. Ну что, погнали. Камень этот стоит у нас 0 энергии солнечной, поэтому можно его применять в любой момент, как только откатится. Так, пока я тут поставлю подсолнухи. Или что, или лучше нам... Давай, наверное, растопим все-таки горохострелов. Ай-яй-яй, немножко не там сделал. А, в принципе, ничего страшного, мы вот так с собой можем замутить. Опа! Солидно, кстати, очень даже неплохо. Так, камушек откатился. Такой, да, с облегчением встает и растапливает нам наших горохострелов. Мы сюда с тобой можем шипы поставить. Ох, какие они крутые, эти шипики. Давай еще одного горохострела с тобой. Даже это не горохострел, а скорострел. Потому что он, видишь, по две стреляет. Очень хорошо. Так, нам нужно с тобой, наверное, здесь посадить побольше подсолнухов. Так, съел, молодец, съели они эти фасолины. А мы с тобой еще здесь наплодим их целую кучу. Мне, как говорится, не жалко. Погоди-ка, а кто замораживает мои... Кто-то замораживает мои, ребят, растения. Я не могу понять только, кто это делает. Или, может быть, они просто со временем сами замерзают. Так, давай росточек сюда поставим. И на всякий случай... А зачем? Мне они здесь не нужны, по идее, да? Единственное, что я не взял с собой бонг-чой. Вот это, конечно, плоховато. И со временем, да, ребят, видите, наморозка идет. То есть, как только она полностью... нарастает, наше растение становится замерзшим. Вот так вот это работает. Так, тихо-тихо-тихо, волна идет. Ё-моё, мне надо, может, кого-то растопить. А не работает. Еще один с тобой мы нашли. Листик, он нам пригодится. Дай сюда, листочек летает там. Хочу кактусенка поставить. Он стоит 250. Давайте энергию, родные мои, вот. Кактусенок будет у меня вот здесь вот стоять. Отлично, пошел работать. Мы с тобой, естественно, выбрасываем фасолинку эту. Кто-то, кстати, говорил, что это не фасолина. Ребята, это самая настоящая фасолина. Потому что только от фасоли тебя может пробить. Ну, ты понял, в каком плане. Что они обычно делают, когда съедают фасолинку. Так, ну что, ребят, я даже не потратил ни одного листочка. Очень хорошо. И продвигаемся дальше. Ну, как мы знаем, что в основной компании, да... Начальные уровни довольно легкие. Ближе к концовке там уже начинается, конечно, жесть. Можно пойти и сыграть, кстати, в ивент на Пенни. Может, сходим действительно, а? Так, ну что, вот она, это Пенни. Давай посмотрим, что у нас здесь за задание сегодня. Так, ну эти Е2 прошел, даже 3. Вот остановился на четвертом. 1200 монет. Слушай, я думаю, стоит поиграть. 1200 монет, как говорится, на дороге не валяются, и надо их заработать. Так, защитить, короче, нам нужно вот эти вот подсолнухи.
Так, тут непонятно, что у нас. Щит какой-то. На 4000 хп на 45 секунд. Так, 3 зомби гипнотизируются на 30 секунд. Я так, ребята, и не пользовался ни разу вот этими, если честно сказать, перками. Даже не знаю, что они себя представляют. Ладно, пускай будет. Ё-моё, опять жесткач какой-то у нас с тобой идет. И тем более я должен здесь своими растениями, да, драться. Еще лучше. Ладно, возьмем вишенку. Возьмем наш подсолнух. Возьмем... Нет, минку я не буду брать. Возьмем росточек. Возьмем также орех. Возьму капельку. Давай возьмем эту фасолину, посмотрим, что она делает. И последний, это у нас будет, наверное, кукуруза. Хотя мне бы больше, наверное, пригодилось. Давай мы эту капельку берем. Вот так сделаем. Ну что, попробуем. Ой, мне кажется, вряд ли у нас, конечно, что-то здесь получится. Подсолнухи, это, конечно, все хорошо, это бодро. Давай сразу тогда будем здесь потихонечку выставлять. Вот таким вот образом. Так, зомби ползут уже, да? Нам сказали, зомби идут. Хорошо, ставим сюда стену орех. Заодно посмотрим, что это... Что она делает? Непонятно, что она там делает. Подпрыгнула и все. Ее, конечно же, сейчас и съедят из-за этого. Так, зомби начал жрать надгробие. С чего вдруг? Сработал перк? Да? Я так понимаю. Эй-эй-эй-эй-эй, давай-давай, родные мои. Отбиваемся от этих зомбарей. Так, сюда фасолину, если что, поставим. И не надо мне тырить, как говорится, мою солнечную энергию. Хорош, отстань. Да отвали ты, говорю. Вот он, где он, этот шаман? Все, подбили мы его, по-моему. Давай я на всякий случай вызову сюда грозовую тучку, пускай бомбит по ним. Так, и вот, ох ты, а это что там? Что это там за зомби с катапультой, да? Ё-моё. Эй-эй-эй-эй-эй. Блин, ребят, я теряю в этом кошмаре, как говорится, все эти. Не вижу даже своей мышки, понимаешь? Она сливается с этим, с общим фоном. Да. Да отдай ты солнечную энергию-то мне, господи. Забирает всю, тырит. Просто в наглую, ты понимаешь? Вот сюда вот я орех не могу, я могу вот сюда его влепить. Так, листочек, отдай энергию. Он ворует, а? Где он там? Там он внизу стоит. Так, давай-ка вот так сделаем, наверное. Жик, всех их поуничтожаем. Вот. Так, эти пошли друг против друга, отлично. Единственное, мне не нравится вот эта вот катапульта. Она меня раздражает, серьезно тебе говорю. Катапульта эта бесявая. Так, энергии пока достаточно у нас. Мне нужно защищать наше растение. Уже, тем более, один съели росток, я смотрю, да, подсолнух. Давай вот так вот, наверное, выставим. Нужно отбиваться во что бы то ни стало. Тем более это... Ага! Вот сейчас пойдет только волна, да, получается? Отталкиваем их всех, кедрень-фини. Подсолнухи, давайте, родные мои. Солнечная энергия, мне нужен... Там кто? Там с щитом кто-то бежит. Толкается-то, понимаешь? Но мы его убили. Так, остается лишь 3 зомби. Уже один. Все. Мы с вами прошли, получается, да? И... Я заслуживаю деньги. 1200 монет. Слушай, ну это хорошо. Плюс, по-моему, еще и гемы мне дали, да? Я ведь не ошибаюсь? Нет, я ошибаюсь. Смотри, что у нас тут. Ох ты, 1400. Энергия пока еще есть. Давай попробуем и этот пройти этап. Деньги надо копить, потому что дальше будут сложнее уровни. И нам нужно будет потом применять заклинания. Они, как ты знаешь... Стоя деньги. Тут понятно, ребят, тут все ясненько. Давай-ка мы, наверное, вот это вот возьмем. Мне понравилось. Спасает в коем роде. Опять катапульты, гаргантюа палач здесь. Мне не дают подсолнуха, к сожалению. Да, говорят, справляйся своими силами. Хорошо. Давай попробуем своими силами. Возьмем орешек. Так, кого тут еще-то взять можно?
Арбуз дорого стоит. Давай я, наверное, возьму кукурузу. Бонг, что здесь не понадобится. Возьмем с тобой бумеранг. Орех взять не стоит, наверное, возьмем с тобой шипы вот эти вот. И... да я даже не знаю, кого нам счета надо взять здесь. Ну, давай будет кокосовая пушка, фиг с ним. Дорого стоит, я знаю, но... так, могилки здесь, все дела. То есть я должен уложиться в эту сумму, да? Как всегда. Так, let's rock, погнали. Ох. Надо могилки... ё-моё, шуты гороховые идут. Друзья мои, идут гороховые шуты. Они, по-моему, у нас могут крутиться. Да-да-да-да-да, именно. А он когда крутится по барабану, что ли, ему на все? То есть у него как бы иммунитет? Зашибись. Вот этого только мне и не хватало. Чтобы у них тут еще иммунитет был. Эй, кактусята, давайте бомбите, пожалуйста. Ай-яй-яй. Он просто всех сбивает. Да, ха-ха. Здорово, просто я тебе скажу. Слушай, а солнце здесь не появляется? То есть солнечную энергию я восстановить не могу себе. Вот сколько у меня было, столько есть. Слушай, как-то сложное задание, если честно. Обалдеть, какое сложное. И как, интересно, я должен вот этих вот шутов гороховых, да, которые у нас крутились, как я их должен был остановить? Некроманты, ёпрсете. Вы серьезно? Зашибись, еще некромантов здесь не хватало мне. Они же что делают? Превращают, да, в овец. Так, ну-ка давай попробуем сделать вот такую штуку. Окей. Так, росточек обратно вернулся к нам. И все. Так, а тут какой-то, смотри, король сидит на троне. И что он делает? Просто сидит? Развернулся. Так, опять эти шуты гороховые, друзья. Ну ты что ты прикажешь делать? Вот как с ними бороться? Да это бесполезно. Есть какая-то доля секунды, где они могут остановиться, да? Но в основном нифига подобного. Подбили, отлично. Вот они самые опасные, получается, вот эти вот шуты, которые крутятся. С этими еще можно как-то разобраться. Что он там дудит? Опа, еще один королик вышел. Давай, давай, мне бы три зомби каких-нибудь загипнотизировать, и было бы вообще хорошо. Что? Не, ребят, ну так дело не пойдет. Опять ему вон этот магистр кислых щей вышел. Причем не один, их несколько. Что будем делать? Будем бомбить, наверное, их, да? Йоу, блин. Ну-ну-ну-ну-ну. Шокеры сработали на ура. Так, подожди. Я вижу там шутов, ребята, видел. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Да твою ж налево, придется так вот делать. Да сдуйтесь, сдуйтесь вы. Они мне всех превратили, прикинь. В овец. И что нам остается сделать? Только вот так вот, если сдуть их. Уйди отсюда. Ну что это за испытание такое, а? Ё-моё, блин. Я не понимаю, ребят. Я еще зря использовал, блин. Они, видишь, уже и так пошли во свои дорожки. Короче, вместо того, чтобы заработать, я просто протратился по полной программе. В убыток, называется, сам себе сыграл. Ладно, ничего не поделаешь. Да, ну там действительно, как вот против этих... что такое? Готов. 1700, а здесь... слушай, мы будем сейчас с тобой драться с боссом, по ходу дела, получается. Мне, наверное, надо было вначале сходить на огород, забрать растения, которые нам пригодятся в этой вот миссии. Опачки, что это такое вообще? Объясни мне, что это? Ё-парсоте. Так, ладно. Давай попробуем. Попробуем с тобой здесь выжить. Так, что нам? Я не знаю, нужен нам орех, не нужен. Давай возьму капельку сюда. Скорострела возьму. И росточек. Поехали. Фух. Так, начнем вот с этого. Let's rock. Он сразу появился, да?
Так, у него получается 3 хпшки будет. 3 линии здоровья. Что это у нас там за тревога? Что за сирена? Я не могу понять. Оу! Летающий. По-моему, вот через эти он пролететь не сможет, если я не ошибаюсь, да, ребят? Да, через высокий он пролететь не может. Это хорошо. Так, надо срочно их там замораживать. Я не знаю, что-то, но нужно делать, чтобы они еще тут не прошли, не пролетели. Давай росточек, наверное. Опа, это кто там что-то сделал такое, что у меня, ребят, росточек сгорел просто. Да не надо сюда идти, пожалуйста. Отвалите. Чувак сейчас уничтожит мне росток. Ну ладно, фиг с ним, пускай. Как тусята, вы будете работать сегодня или нет? Чего вы прохлаждаетесь-то? Давай, бомбим. Мы у босса еще даже вообще нисколько не отняли здоровье, ты понимаешь? Вообще нисколечко. Так, дела не делаются, ребят. Ну-ка, давай попробуем, наверное, вот так вот может сделать. Все, конечно, хорошо, но мало. Маловато этого будет. Давай тучу грозовую теперь вызовем. Грозовую тучу сюда поставим вот так. Окей. Замораживать. Давай орешек выставим сюда. Не орешек, точнее, а фасолину. Вот, уже пошло, я вижу. Отнимаем здоровье у босяры. Уже классно. Но расслабляться еще рано. Давай заберем все это. Может быть, побольше кактусят этих ставить? Может, от них больше будет толку? Давай применим с собой ульту. Слушай, отлично, он бомбит на самом деле, этот кактусенок. Очень хорошо, мне нравится. Давай-ка вот сюда, наверное, Ой, ё-моё, катапульта прилетела. Сейчас будет, друзья мои, с катапульты атака у нас. Я отбиваюсь, ребят. Я буду ставить как можно больше кактусов и вот этих вот ледяных капелек. Правда, ледяная капелька замораживает всего лишь одного противника. Но я думаю, мне этого хватит пока на первое время. Эй, там пробили у нас защиту. Слушай, они очень быстро почему-то съедают наши вот эти вот кактусы. Кактусы, орехи, все очень быстро съедают. И нет никакого спасу. Блин, а у него еще, у босса еще здоровье там трындец. Посмотри, сколько. Мы только вторую линию начали отнимать у него. Такой звук, знаешь, как будто какой-то авианалет или что-нибудь в этом роде. Тревога. Так, я что, не уложился по времени, да, ребята? Угу. Я сфейлился. Время закончилось, типа, будешь продолжать за 25 бриллиантов? Нет, конечно, не буду. И я получил только лишь 1700, да, получается? А, пиньяту заработал. В ней как раз, наверное, деньги. Да, ребят, ну, фиг с ним, пускай. Ну что ж, ладно, не смогли мы с вами победить босса, да и ничего страшного. Хотя мы можем еще, конечно, потратить 5 энергии и попробовать его забомбить. Мы опять можем заработать 1700. Поехали. Блин, а как вот так сделать, чтобы его ушатать, а? Чтобы нам такое придумать? Вот сижу и думаю. Предположим, да? Нам надо выбрать, может быть, перк какой-нибудь замечательный, а? А какой тут перк возьмешь? Я не знаю. Причем эти перки можно улучшать, смотрю, я, видишь? Одна из 7. Кстати, 150 солнца будет давать. Нет, я все-таки возьму вот это, наверное. Можно взять много перков с собой, до 3 штук, но за них нужно уже платить отдельно бриллиантами. Ладно, попробуем еще разок. Не знаю, есть ли тут толк брать вообще эти подсолнухи. Может быть и есть, а может быть и нету. Фиг его знает. Давай, наверное, мы, раз у нас изначально есть определенная сумма, мы будем с тобой брать сразу вот такие вот усиленные. Слушай, а я могу сейчас вернуться? Или не могу? Я хотел просто на огород сходить и взять нормальные растения. Но, по ходу дела, не могу и не успею. А без них очень тяжко здесь проходить. Ну, возьму вишню, например, еще, предположим. Арбузы, есть ли смысл брать арбузы эти? Ладно, пускай будут. Возьмем с тобой кокосовую пушку, которую я, кстати, вообще ни разу не использовал.
взять эти шипы. На всякий случай. Капельку я брать не буду, от нее толку нет. Возьму капусту, потому что у нее, видишь, массовая атака есть. И все. А, нет, подожди-ка, мы с тобой должны еще взять вот этот вот кактусенок. Ну что, поехали? Ой, ё-моё, let's rock. Погнали. Ну. Ага, восстанавливает себе здоровье. Сейчас начнется веселуха. С лету начинает, ты прикинь. Пушка кокосовая сможет подбить летуна? Ага, она просто его сбивает. Давай вот так тогда делать. Пока есть такая возможность, ребята. Будем массово с вами бомбить. Твою ж налево, что происходит-то, а? Давай, 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 срочно, срочно. Сбрасываем капусты. Пускай бомбят, ё-моё. Нечего прохлаждаться им. Также кактусята будут у нас здесь с тобой в действии. Так, пушка, давай, бомби. Так, нам дают листочек. Мы с тобой немножечко здесь, наверное, сделаем оборонки. Ё-моё, да что ж такое-то? Давай быстро. Вот как только у нас съедает какое-то растение, вместо него надо сразу ставить капусту, я думаю, да? Это будет оптимально. Хотя можно и вот так вот делать. Давай еще через листочек с тобой отыграем. Эй, погоди-ка, а кто здесь у меня капусту-то поуничтожал? В капусте все витамины, поэтому они очень сильно и хорошо бомбят, согласись. Давай сюда вот вишню поставим. Слушай, вот этого ханурика там вообще можно как-нибудь завалить или нет? На катапульте, который там стоит. Он меня напрягает, если честно. Так, окей, давай сюда бомбанем. И еще сделаем залп. Вот так и будем с вами выживать. Только за счет капусты. Просто выставляем, бомбим. Выставляем, бомбим. Вишню. Все дела. Не понимая одного, зачем я тогда брал с собой вот эти вот подсолнухи. Объясни вот мне, пожалуйста. Зачем они мне нужны? Если я даже их не ставлю. Сколько времени? 47 секунд, ребят. Ну, мне кажется, опять вряд ли у нас что-то получится. Времени, как говорится, мало. А врагов еще тут очень много. Посмотри. Ну, не знаю, постараемся. Будем до последнего с тобой драться с ними. Че нам сдаваться-то, да? А раньше времени, как говорится. Это нам не с руки. Давай, еще сколько там? 21 секунда. 21 секунда. И у нас еще есть вот так вот. Я не могу понять, кто уничтожает мне растения. Чем? Ай, 8 секунд. Мы с тобой, ну, чуть-чуть практически не успеваем уничтожить все здоровье. Отсчет пошел, да. Ну, на этот раз, согласись, результат намного лучше. 1700. Ну, зато, по крайней мере, я вернул свои деньги, которые потратил. Это уже плюс. Я не знаю, можно, в принципе, сходить, знаешь, куда? На огород, взять растение и попробовать все-таки его бомбануть. Давай, наверное, так и сделаем. У нас с тобой еще есть энергия, да, последняя. Мы идем с тобой в наш огородик. Возьмем нормальные растения. Какие здесь у нас? Например, росток возьмем, да? Так, это все надо будет засадить. Можем взять с тобой минки, бумеранг и подсолнух вот этот вот. И капельку. Орех, я думаю, нам не нужен. Как-то вот так у нас все это будет. И постараться завалить этого босса-замбоса. Ну что, поехали? Испытаем, как говорится, себя. Без всяких там стен и прочего мы с тобой пойдем. Фух. Берем чисто ультовые наши растения. И попробуем забомбить. Не знаю, что будет, если мы его пройдем полностью. Может быть, какая-то улучшенная награда. Хотелось бы просто проверить. Так, окей. А, вот, смотри, здесь лава. Наверное, вот эти вот дорожки пуляются огнем. Да? И за счет этого они уничтожают мне растения.
Так, ну что, давай, наверное, возьмем вот эту вот. Хотя фиг знает, может быть, лучше щит взять. Черт его знает, что тут лучше, что не лучше. Набираем чисто имбу. Так, мины. Вот этот вот стебелек. Что у нас еще? Капелька, где капелька? Возьмем капельку с тобой. И все, что ли? Ну да, получается, это вся имба у нас. Так, и последний, это будет... Можно взять шипы, можно взять кукурузу. Даже не знаю. А можно взять кокос. Хорошо, возьмем кокос. Фиг с ним, ребят. Атакующих, конечно, очень мало у меня растений, как мы видим. Очень мало. Ну да ладно. Зато есть мины и так далее. Все, поехали. Начинаем выставлять бомбочки и все прочее. Причем нахрапом это все надо делать. Без секунды, как говорится, промедления, да? Мины, все выставляем сразу же. Опять же, капельки должны у нас стоять. Отлично. Кокосовая пушка, пускай сразу бомбит. Давай еще мину сюда влепим. Вот так. Что он там юлит? Окей, прям в него бомбим, ребят. Как только видим, куда он перемещается, сразу же. Давай. Слушай, ну вот этот вот очень неплохо бомбит, я тебе скажу. Так, бумеранг. Именно по растениям. Точнее, по зомби. Я уже заговариваться стал. Но именно по боссу очень хорошо бомбит. Давай листочек мне сюда. Так, вот он на эту дорожку, да, пришел. У нас с тобой минута еще есть времени. На самом деле этого мало. Так, давай еще вызовем. Грозовых тучек побольше. Он наверху? Наверху. Бомбим. Сюда мину ставим обязательно. Заморозку. Ни секунды, как говорится, прослабления мы ему не дадим. Единственное, плохо, что у нас, ребят, с тобой закончилось. Ё-моё, сколько там еще? А, мы все, мы его выиграли, ребят, вон. Здоровья у него нету. Просто мы сейчас с тобой доживаем это время оставшееся. Да и, в принципе, все, победа будет за нами. Главное просто не проиграть, сейчас не свалиться на какой-нибудь ерунде, и все. Мин побольше. Побольше вот этих вот подсолнухов, которые нам сразу же выдают финансы солнечной энергии. Естественно, капельки, которые сразу замораживают. Ну вот и все, в принципе, ребят. Таким вот образом мы с вами и победили этого зомбоса. 29 секунд у нас еще. Ух ты, даже гем выбили, ты прикинь. Даже этого гаргантюа забрали себе, прикинь. Он за нас теперь пошел. Слушай, о, еще один гем выбили, нифига. Это что такое, что это за радости? Такие гемы тут начали выдавать. Это вообще очень большая редкость, если честно, чтобы получить гем. А тут прям вот наваливают тебе, наваливают. Все, ребята. Новое достижение какое-то получил. Slover Off. И ты смотри, я заработал 2200 монет. Плюс 10. Тут вот непонятно чего, да? Рандомно. И 10 карточек на живуна. Слушай, это круто. Ну-ка, это деньги. Ага. 5 карточек на мину дали мне. Скоро можем улучшить ее. И 5 карточек на лужайку шипастую. Слушай, отлично. И вот 10 живунов. А, у меня живун открыться может теперь. Ё-просоте. Ну, хотя на самом деле живун мне не особо нравится. Но все равно приятно, когда у тебя новое растение какое-то открыто. Да, мы прошли, видишь, этот ЗПС по нолям. Я выполнил. Так, давай мы, наверное, с тобой здесь заберем. Сколько там? 2 или 3 гема, как всегда, да? 5 гемов мне дали. Окей. Ну что же,
Мы прошли с вами это испытание. Конечно, я не проходил на средней сложности и на харде. На харде мне писали, это вообще невозможно. Даже с прокачанными растениями очень, типа, сложно. Хорошо, мы с тобой идем. Можно было на аренку сходить. Кстати, а, у меня же нет перчаток, да? Чтобы пойти на арену. Немножко обидно, но все равно, ребят, давайте еще, наверное, пройдем пару уровней в наших пещерах ледяных. Хотя бы до пиньяты вот доберемся. И будет смак. Да, единственное, конечно, что я потратил очень много растений с имбой. Но оно того стоило, я считаю. Так, что у нас тут? Опять же, первобытные, здесь замороженные. Замороженные, отмороженные, как назвать? Это пока мне не нужен, применять его не стоит. Так. Окей. Это у нас... Ага, скорострел, отлично. Пускай скорострел бомбит. Сюда две штуки мы поставим. Потому что их сейчас переместят сюда. Вот с этим нужно что-то делать. А они у нас защищенные, да? А сдуть я их могу? Блин, я не могу их сдуть. Я думал, что глыбы эти подвинутся, но нет. Ничего подобного. Тогда надо что-то думать. Что-то придумывать. Так. Скорострел, давай, помоги. Идут гаденыши, а? Ну, давай тогда будем бомбить по глыбам. У нас другого выбора нету с тобой. Просто еще поставим, чтобы побыстрее это все дело шло. Как только отбиваем его, да, сразу же ветром сдуем. Или нам уже придется сейчас, скорее всего, ветром сдувать. Можем сделать вот так вот. Ого! Ребята-то крепкие. Я думал, сейчас на храпчиком-то их быстренько собью, но не тут-то было. Иди отсюда тоже. Не вовремя ты сюда пришел, роднуля. Так, здесь у нас все под контролем. Этого я трогать пока не собираюсь. Да что ж ты будешь делать-то? Это, смотри. Идут и идут, идут и идут. Сейчас еще волна побежит. Ух! Друзья мои, сейчас побежит волна. Давай, наверное, вот сюда еще поставим. Так, листочек. Это хорошо, вовремя ты прилетел. Лужайка. Давай, наверное, вот сюда вот поставим ее. Шипастую лужайку эту. Ну что, я тебе могу сказать, пока все у нас очень хорошо идет. Справляемся. Никто тут близко к нам не подходит. А если даже подойдет, мы с тобой сможем их сдуть. Вот, например, вот здесь вот надо уже сдуть их. А то уже зашли, как говорится, в такую область, в нехорошую. Вот сюда ставим лужайку, потому что если они перемещаются, сразу попадают все на эти шипы. Что за музыка играет? Что за гусли, ё-моё. Гуслиры нашлись мне тоже. Давай сюда шипы ставим. Так, это сейчас переместится, да? Значит, нам с тобой лучше сдуть. По-быстрому и по-хорошему. Давай-ка мы, наверное, сюда. Потому что, видишь, они идут отсюда. По идее, они вот так вот все выше, выше и выше продвигаются. Поэтому чем больше у нас будет внизу скорострелов, тем быстрее мы их будем разбивать. Здесь наносить повреждения. Сюда еще шипастую жеку поставлю. Так, тихо, тихо, не надо подходить так близко. Как только будет критическая ситуация, сразу же будем их сдувать. Ну, пока все у нас тут хорошо. Дай-ка я вот так вот сделаю. Музыка, конечно, тут прикольно играет. Вот, росточек выбили. Росточек, это хорошо. Так, последняя волна, по ходу дела, да? Прозвучала музыка. Да, финальная волна идет. Сразу начинаем бомбить со всех видов оружий. Так, сюда. Бомбим, бомбим. Да, единственное, тут, конечно, вот эти зомби, которые с ведрами на голове, они очень жесткие. Фиг пробить их. Даже с помощью ульты очень долго по ним надо стрелять. Но если что, у нас есть два ростка, мы сможем с тобой их сдуть. Хотя, может быть, даже и не понадобится этого. Последний зомби идет. И у нас, кстати, перестали выдаваться растения, как ты видишь. Все. Неплохо, я тебе скажу, очень даже неплохо. Нам выпадает денежка. Обычные серебряные монетки. Ну, а мы с тобой переходим на следующий уровень. Ага, вот так вот, да? Ладно, берем подсолнух. Возьмем с тобой электрический стебелек. Так, без фасолинки тоже, естественно, никуда не пойду. Возьмем кукурузу.
Бумеранг возьмем на всякий случай. Так, все. Я думаю, что этого будет достаточно. Более чем. Там, кстати, какой-то новый у нас зомби. Я его раньше не видел. С дубиной. Или просто не обращал внимания. День четвертый, да? Окей. Здесь, значит, перемещается вниз и наверх. Понятно. То есть они здесь будут, если что, гулять, разгуливать. Так, ну что, давай, фасулинка, иди. Отрабатывай свое звание лучшего орешка пердушки. Да-да-да. Так, этот сейчас пойдет наверх. Значит, нам нужно с тобой сюда что-то посадить. Наверное, кукурузу можно. Надо было бонг-чой влепить. Ладно, фиг с ним. Слушай, что-то мне не нравится. Что-то как-то они уж больно быстро идут. Давай, кукуруза, молодец. С энергией проблемы. В принципе, все на изи. Вот проблемы у нас именно с солнечной энергией. Так, идет усиленный зомби. Он нам даст с тобой листочек. Если мы доживем до этого листочка. Так, фасолина, давай. Сюда мы посадим еще один подсолнух. Так, он ест, окей. Так, давай мы, наверное, вот сюда еще посадим кукурузу. Он своими газами просто останавливает, да, противника? Не более. Я думал, что он, может быть, наносит еще урон. Так, слушай, давай, кушай фасолину эту. Окей, спасибо за листочек, он нам пригодится. Очень даже. Слушай, я тут хотел как-то немножко по-другому сделать, а у меня одни кукурузы в боях. Ну, они, кстати, не очень, да? Как, точнее, наоборот, очень хорошо помогают нам. Смотри, видишь, они там масло на харю им бросают, они останавливаются, и в этот момент мы еще бомбим их потихоньку. Можно, конечно, выставить что здесь? Росточек электрический, тоже, кстати, неплохой. Тем более он пробивает по всем зомбарям. Ну, единственное, что он, конечно, очень мало наносит урона. Но зато массово. Что там такое? О, смотри, видишь, какой-то идет там. Типа первобытного какого-то. С дубиной в руках, все дела. Давай ему сюда орешек поставим ему. Фасолинку. Музыка тут, конечно, сделана по стебу. Специально, да? Такая вот. Поприкалываться. Будем применять листок или не будем? Или пока не стоит даже его трогать? У меня два листочка уже есть. Так. Одними кукурузами, ребят, бомблю. О. А, кстати, вот это вот пламя, давно ли оно у меня появилось? По-моему, его раньше не было. Именно пламя. У нас что, заморозка была? А, ну тут, видишь, тут наоборот. А, типа, заморозка не работает, так как это... Тихо, я не понял, с какого перепуга мне тут заморозили мой электрический стебелек. С чего это вдруг? Эй! Я не видел, чтобы тут были какие-то ветра молодые. Ну, давай вот так вот фасолину туда. Сейчас пойдет, кстати, последняя волна. Подготавливаемся. А, смотри, что делает. Вон, чувак бросает снежки. Вот кто замораживает-то. Ах ты, гаденыш ты мелкий. Что же нам сделать? Давай, наверное, так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, кукуруза. Бамс. Отлично. Нам, наверное, надо вызвать пару грозовых тучек. Пускай они там летают, уничтожают. Сюда мы посадим фасолинку. И опять же росточки. Ты посмотри, как имбово делают вот эти вот тучки грозовые. Ты посмотри, просто всех поджарили. Мне нравится, как они делают. Все. То есть мы с тобой прошли этот уровень. И вот она, наша пиньяточка. Кстати, на нем... Шкура от саблезубого тигра на голове. Ну, не шкура, а голова. Так, давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Монетки 100 и камушек, да? Горячий. Все? А, нет. А это что у нас? Морковка или что это? Чартгвард. Нет, я помню, конечно, это растение. Оно довольно неплохое. Так, что опять нужно Дэйву? Так. То есть сразу же с лету. Мне даже не дали никакого выбора, зашибись. Так, давай посмотрим. Ага. Отлично. Бомби. Они оттаивают мои эти? Да, потихонечку? Да.
выдает тепло, и они потихоньку оттаивают. Отлично. Ну где еще-то растения? Эй, давайте, 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 родные мои. Смотри, смотри, видишь, ветер пошел. Задувает ветер. Так, наверное, нам вот сюда лучше поставить. Вот так вот, пускай это все будет. Музыка-то какая прикольная, а? Прям танцевать хочется, елки-палки. Так, Бончо, давай займись вот здесь вот. Видишь, зомбарь идет. Шуткует, видите ли. Капуста. Так, надо посмотреть, что за ульта у этого растения. Вау, вау, ничего себе. Погромче он тут устроит. Слушай, мне надо, по идее, вот эту вот капусточку как-то разморозить каким-то образом. А то она у меня так и простоит вся замороженная. Ну-ка, давай еще, наверное, применим с собой ульту. Эй, подбили. Так, последняя волна, ребят. А, нет, это первая волна только. Ёпрсты. Только лишь первая. Ну что, займись вот этим вот с флагом, пожалуйста. Его сейчас съедят. Его съедят, роднульку, да? Успеет схрумкать все-таки, да? Нет, смотри, Бончо продержался. Молодец, красавчик. Правда, его заморозили. Но ничего страшного. Так, давай вот сюда, наверное, поставим. Так, хорошо, кстати, я тебе скажу. Мы отбиваемся. Бум. Так, этот все бросает свои, да? Снежки. Аглоед. Вон, видишь? Мне до него не достать. Могу вот так вот себе только позволить. Эй! Не слишком ли близко подошли, судари? Офигеть, они вышли. Ты посмотри. Да как правильно их прям в мою кучу телепортировали. Ветерком этим. Ну-ка. Да. Бончо, займись им. Он достал уже здесь. Сейчас мы если отбиваемся от этой волны, то уровень пройден, получается у нас. Так. Ну я понял, вот это вот растение, точнее это овощ, да, хорош для того, чтобы размораживать замерзших наших юнитов. То есть ты ставишь рядышком, он выдает тепло и, соответственно, растапливает. И это очень хорошо. Вот этого нам нужно еще бомбануть. Последний аглоед тут остался, который снежки свои бросает. Смотри, что делать, а? Ну? Давай, 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 родные мои, добиваем этого шитика. Есть. По красоте. Ну что, прошли мы этот уровень с тобой. Очередной. Побед за нами. Обычные, как всегда, монеты. Даже не золотые. Но, тем не менее. Тем не менее, у нас с тобой почти 13,5 тысяч голды. Они очень быстро потратятся. Так что обольщаться не стоит. Так, мы с тобой перешли на шестую миссию. То есть мы проходим и получаем с тобой вот это вот как раз овощ. Ну да. Ну что, дорогие друзья, тогда на этой ноте мы, скорее всего, будем закругляться. Ё-моё, тут сколько уровней, а? Обязательно увидимся в следующей серии. Так что всем пока и до скорого. Удачи вам.